Выгодная цена на легендарную игру Counter-Strike Global Offensive. Всем рекомендую, ссылка в описании. Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам потрясающий бой на тяжелом танке ФВ-215Б на карте Эль-Халуф. Отправляется игрок на правый фланг, кстати, ник у него DaymoxK20. И игрок опытный, судя по статистике. Ну и бой, конечно, действительно очень даже тащунский. И вы сами убедитесь в том, что его стоило посмотреть. Ну, по крайней мере, я посмотрел с большим удовольствием. Итак, как вы можете видеть, игрок отправляется, конечно, в квадрат B2 в атаку. Лично я всегда туда следую, и там можно наносить много урона. При этом игрок сразу же проезжает ближе ко второй горе, к вражеской. Тут уже стоит совзводный бачат, ну и другие союзники тоже сюда приехали, видя, что противники как-то действуют совсем неактивно. Тут полетел леопард, согрел на себя абсолютно всех, еще чудом его не убили. Ну и наш герой начинает перестреливаться тут с СТ-шкой, объектом 140. Происходит рикошет под таким углом, конечно, это не мудрено. Ну и также внизу стоит ИС-8. И DMX отлично его дамажит. Конечно, у нашего героя сейчас более выгодная позиция. Он может тут вытанковывать башней. У ФВшки она весьма крепкая. И противники ничего сделать толком не могут. Но тут выезжает еще один вражеский танк Т-57 Heavy. И вот с ним приходится гораздо осторожнее действовать, потому что у него есть барабан с четырьмя снарядами. И игрок понемногу откатывается, но вы только посмотрите, как ФВшка божественно может танковать. Противники не могут ее нормально пробить. Лишь один раз объект 140 нанес ей урон в такой сложной ситуации. Ну и просто на 5 с плюсом она танкует в данном случае. Естественно, противники начинают понемногу сливаться именно в этом конкретном месте, потому что ФВшка и другие союзники расстреливают их сверху вниз, то есть их броня нивелируется. Ну и к тому же игроки танкуют башнями, и противники подставляют свои уязвимые места. В общем, весьма удачно удалось разобрать тут вражеские танки, и осталось только добрать объекта 140, что DaymoxK и делает. Ну и далее нужно разбираться как-то с противниками в квадрате А3. Их там весьма много, и нужно ФВшке идти в атаку уже туда. Как раз Бачат поехал обходить противников. Видимо, они договорились и сделали совершенно правильно. Начинает DaymoxK атаковать Мауса. Сразу же начинает его обходить. Не тратить время там на остановки, на сведение, стреляет на ходу, хотя стабилизация у танка отличная, и в принципе вот так вот на ходу стрелять вполне комфортно. Маус пока поворачивается, ФВшка изрядно его разбирает, но, к сожалению, со взводного на батчате все-таки Е3 как-то разобрал. ФВшка добирает Маус и прячется за уничтоженные танки. Естественно, Е3 начинает там пристально смотреть на ФВшку, выцеливает ее. DaymoxK пытается вытанковать бортом, высовывается на ФВшку, выцеливает ее, стреляет в НЛД, наносит урон, но противник тоже как-то смог выцелить и пробить ФВшку. Откатывается грозная ПТСАУ назад, и тут приезжает на помощь союзник на ИС-3. DaymoxK решает продамажить ИС-3, чтобы он не мешался, и противник отползает назад, ну и наш герой продамаживает Е3, который тут согрелся на ИС-7. Было бы, конечно, неплохо как-нибудь добрать этого Е3, пока он еще был тут, и приходится только сейчас ехать за противником, когда он добрал ИС-7. Ну и DaymoxK все-таки догоняет Е3 и уничтожает его. Ну и далее игрок едет за ИС-3, который находится тут рядом, аккуратненько высовывается и продамаживает его,
старается вытанковать бортом, Истри стреляет, не пробивает, и Деймакс наносит ему урон. Истри снова останавливается, начинает там что-то выцеливать, но, естественно, точность и скорострельность у ФВшки гораздо выше. Продолжает наш герой свое победоносное шествие, и тут внезапно появляется Борщ. ФВшка наносит ему урон и сразу же прячется за уничтоженным Истри. Борщ в итоге потратил время, и ФВшка успела перезарядиться, нанесла ему урон, потом вытанковала бортом и в очередной раз продамажила Борща. Поставила его на гуслю и снова подождала перезарядки. Но Борщ все-таки успевает выстрелить, и подлец наносит 524 урона нашему герою и в итоге делает его шотным. Не удалось попасть тут по Т-62, это, конечно, плохо, потому что СТ-1 там требуется помощь, ну и игрок незамедлительно едет к нему. Кто-то бы, наверное, сказал бы, почему ФВшка не встает на захват, она могла бы тем самым точно гарантировать себе победу, но игрок не из тех, он не хочет захватывать базу, хотя, как вы можете видеть, СТ-1 тут изрядно истерзали, и у него остается совсем мало хп, и еще вполне может быть даже и слив. Но наш герой как раз поспевает к тому моменту, как Т-49 промазал и не уничтожил СТ-1, ну и в итоге удалось уничтожить ТТДК вражеского. Посмотрим на результаты боя: медаль Редли Уолтерса, стальная стена, воин и основной калибр. 10185 урона игрок нанес, и уничтожил он 8 танков. 4260 урона вытанковал, плюс 13000 серебра и 2317 опыта с прем-аккаунтом. Ну и на этом все, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока.